Уничтожить пыль, грязь и лишний мусор – это главная задача для сотен тысяч жителей региона во время месячника по санитарной очистке. Преображается в этот период даже электротранспорт. Сегодня у него банный день. Сотрудникам Горэлектротранса пришлось стать еще и экспертами по бытовой химии. Ее предприятие закупает на десятки тысяч рублей, ведь отмыть нужно 71 трамвай. Чтобы очистить салон и кресла, требуются самые разные вещества. От хозяйственного мыла и скипидара до специализированных составов. Труднее всего приходится с удалением нелегальной рекламы. Особенно небольших стикеров на очень крепком клее. Доставляет проблем и рифленый пол в старых моделях трамваев. Удалить грязь из него не так-то просто. Но справляться приходится с любой проблемой, ведь и пассажирам, и экипажу общественного транспорта нужна чистота. Достигают ее исключительно самостоятельно. Работники предприятия занимаются не только уборкой прилежащей территории и уборкой цехов, но и занимаются уборкой, санитарной уборкой подвижного состава. То есть полностью вымывается салон и кабина, занимаются уборкой водителей, водительский и кондукторский состав предприятия.